Здравствуйте. Сегодня 22 апреля 2014 года. Такая знаменательная дата. День рождения Владимира Ильича Ленина. Вчера я был в лесу, вот в этом самом, и нашел на одном пеньке целый клубок змей. Попробуем сейчас мы к этому месту подойти. Может, там кто еще есть сегодня. Так, попробуем приблизить вначале. Нет, плохо видно. Сейчас пойдем пробираться будем сами туда. Потихонечку, если там кто есть, чтобы не спугнуть. Да. Змеиное логово. Вот запрячут. Не пройти сюда, не проехать. Ага. Он такой есть. Кто-то сидит. Пойдем ближе. Вот они. Вот они, красавицы. Разбегаются. Так, это сколько у нас тут штук-то? Три. Одна, две, три. Четвертая вон туда уползла в норку. Вот они. Греются. Ой, пять. Вот это вот совсем не боится никого. Вот они уползают. Два года назад на меня такая налетела змея, прям напрыгнула. Она ползет. Так, ну ладно. Это гнездо мы распугали. А вот еще одно. Вон там сидит госпожа Скоропея. Красота, да? Гусь-Хрустальный район весь кишит змеями. В лес ходить, конечно, опасно. Красотуля. Сейчас попробуем ее напугать. Угу. Да, неудобно снимать и пугать. Секундочку. Не боится ничего. Хоть ты тресни. Ага. Испугалась. Вон, поползла. Прятаться от нас. Здоровая змея довольно. Приличный.
Ну, пожалуй, все. Или вот здесь вот еще, вон клубок целый. Ой, сколько их много здесь. Все хотят спрятаться. Вот, вот такие вот пни старые. Это здесь, скорее всего, какие-то были деревья. Вот от них остались старые пни. Они сгнили не полностью, то есть догнивают до сих пор. И вот в них тепло, вот в них змеи и живут. Зиму зимуют. Ну, вроде бы все разбежались. Больше смотреть тут нечего. Всего хорошего. До свидания.